Что за прикол? Он забрал у нас. Луна, пошли на Канаду смотреть. Я буду снимать, как я тебя жду. Это самое интересное. Всем привет, это Серега. В этой серии вы увидите, как мы ехали на край Америки, посетили город Порт-Анджелес, не Лос-Анджелес, и были в национальном парке Олимпик. Приятного просмотра. Регистрация на машину, да. Права, да, и пошел проверять, кто. Ну что, ты чувствуешь, сейчас на тебя волк выпрыгнет? Или вампир? Ну я же не вампир, что ему со мной бодаться? Точно, тогда вампир, значит, должен. Вампир, что ж там. Погода прям сумеречная. Ой, а сама-то не думает, типа, о том, что ее волк украдет. Ну ты сюда только поэтому и поперлись. Зимой будем в лесу. Саша сказал. Погода сумеречная. Волк, если и придет, запретительных то только знаков пока нет. Потому что она тут красотка. Наверное, надо объяснить. Лапуш закрыт, как и все говорили. Тут мы проверили, Лапуш закрыт. Мы проверили, да, все, мы тоже говорим, теперь Лапуш закрыт. Но тут есть еще один пляж, и пока что-то там написано. И пока что какой-то Риалто Бич. Вот, и... но он вроде не закрыт. Он не закрыт, народу поэтому. Ну, он прям рядом с Лапуш, может, он тоже красивый. Народ... Ну и что это у нас тут такой за кемпинг красивый? Вообще. Мы будем вот тут жарить мясо. Под шум океана, да? Как обычно, после заката ищем место для ночлега. Мы одно нашли, но там было озеро, но не было интернета. Мы решили выбрать интернет сегодня. Недалеко, да? О боже, ко мне кусты в это лезут. Может, сходишь, посмотришь, а как ты, если что, ты же не развернешься даже. Черт подери. Так, я хочу окно закрыть, мне кажется. У тебя окно закрыто? Да. Да нет! Да нет, закрой. Ну, куда остановись, я же не могу, мне кусты лезут, я сейчас с куста. Так, в общем, то место занято, но тут еще один карман, маленький. И главное, ловит интернет. И черт бы с ним, с тем чуваком, да?
Так, не, он там так же стоит, как мы. Он вроде, ну, у него там в кустах, да. Ну, не знаю, вдруг с топором придет ночью. Не, он вроде позитивный. Ну, ладно. Так с музыкой. Да, с утра посмотрим, чуть за место вообще такое. Вот, и сколько у нас царапин на машине после этих деревьев по кустам. Сколько она потеряла в цене. Да. Все, спокойной ночи. Время уже 9, и я думаю, что надо будет Сережу и уже ехать. Кайфовое место, да, скажи? Да. Ты, правда, еще не вышел даже, но очень. Ну, из окна все видно. Да. Все. Будем собираться и поедем на край Америки. Сейчас я вам покажу, где мы вчера заезжали в ночи, когда ветки мне уже почти по лицу в машине били. Так, вот ход. Сейчас-то нормально, видно, и все равно. А ночью было вообще непонятно, выйдем мы куда-то, или нам еще и задом придется сдавать по этой же дороге. А что ты окна не закрыл? Тебе по лицу не набило? Все, едем. Все, едем смотреть крайнюю точку Америки. Еще опять, или это опять резервация, это был кайф, прям как урашки. А что за прикол? Не знаю. Короче, мы вообще никуда еще не проехали, доехали до таблички закрыто, тут стоит полицейская тачка. Мы хотели вас спросить, можно ли нам проехать до конца или, ну, там тоже несколько, ну, точек. Да, то есть написано, что закрыта только одна точка, да. А там несколько. И в итоге он забрал у нас регистрацию на машину, да. Права, да, и пошел проверять, кто. Такой, сейчас я проверю, и тогда можете развернуться и уехать. Да. Чего вообще? Короче, просто сказал, все, развернулись, поехали обратно. Документы просто вернул, не знаю. Мы в городе Порт-Анджелес, не Лос-Анджелес, Порт-Анджелес. Вот, приехали отсюда после того, как не попали на край Америки. Вот, здесь визитор-центр для того, чтобы мы поняли, как поехать в парк Олимпик. Вот, тут нам все должны рассказать. Итак, мы просто приехали в центр посмотреть на город. Он такой похож на
спальные районы Лос-Анджелеса. Все одноэтажное, ничего примечательного, большой размазанный по земле город. Вот. Но зато тут есть порт, он же порт Анджелес, от которого отправляются... Вон написано, кстати, порт Анджелес. Вот. Откуда отправляются паромы, корабли в Канаду. Вот, Канаду все еще не видно, но она где-то там. Вот там Канада. Да, Канады не видно. Видно только туман. Мне кажется, это специальная такая защита канадцев. Вот, вот, вот такие вот красивые. Красивые деревья, шишки такие вот. Что это за светильник с тобой? Смотрите, какая чистая водичка. Порт Анджелес. Картинку что надо. Порт Анджелес так интересно, что вот мы поэтому парковку смотрим. Она такая классная вообще. Шутка, конечно. Ты. Смотри, я хвост кита. Где? Вон, да, вон там туман, маяк. Если кто-то видит, да, там маленькая У-ху! Точка. Походу, это с той стороны маяк. Мы видели Канаду. Ты видел Канаду? Да. Ты счастлива? Ну, мой телефон думает, что я уже в Канаде. Да, Лере даже пришло оповещение, что Welcome to Canada. Видишь, специальная смотровая, смотреть на Канаду есть. На Канаду отсюда. Пойдемте взглянем на Канаду. Луна, пошли на Канаду смотреть. Скорее. Канада, 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 Канада. Хоп, 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 Канада, Канада, Канада. Канада, Канада. Ну, смотрите, как это мило. Присаживайся. Канаду уселся смотреть? Да. Вон та маленькая точка, где вот мерцает огонь, это Канада. Больше ничего не видно. Но я думаю, что без тумана видно. А я загуглил, до Канады 21 миля, то есть 36 километров, блин. Это не близко, вплавь не доплыть. Еще там проплывали патрули полицейские, поэтому я думаю, что вообще не варик тут всуваться. Решили не плыть. Решили не плыть, да. Всем добрый вечер. Мы в городе Порт-Анджелес все еще. В общем, приехали на Рестерию. Ночевать будем здесь. Мне кажется, да, это первый раз, когда мы ночуем на Рестерии. На тракстопах мы ночуем. Ну, на тракстопах. В общем, в Америке обычно всегда есть Рестерия. Что ты такой ешь, 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 оп, и отдохнул. Вот Рестерия сегодня выглядит у нас вот так. Вот, особо ничем не примечательно. Но есть туалеты. Вот так вот. Мы красиво крайними встали. Вот. В общем-то, все. Будем расстилаться, заваривать доширак и ложиться спать. Завтра поедем в National Park Olympic. Пока-пока. Проснулись вот мы. Пение вот задумчиво смотрит на дождь, например. Луна также. Луночка. Ладно, ждут на самом деле, когда их выпустят. Вот мы вот так на Рестерии ночевали. Решили, что сейчас поедем уже в Олимпик Нэшнл Парк, горы. Я вроде нашла два небольших хайка. Один сегодня пойдем, один завтра. Они небольшие, но непростые. С красивым видом наверху. Вот, поэтому я бы сходила. А то уже засиделись, уже жопа квадратная в тачке сидеть. Чего ты в машине бы остался? Оставайся, я одна схожу. Мне же лучше. Никто нудить не будет. Так, мы пойдем сначала на первый мини-хайк, а потом пойдем на большой хайк.
Он на самом деле небольшой, но там жесткий подъем. Мы боялись, что будет все в смоге, тумане, и будет вообще ничего не видно. Но, по-моему, видно вообще какую-то красоту. Посмотрите на это. Вот это да. Вот это да. На самом верху, вот здесь, вообще очень странно, кружится голова, прям любое резкое движение, и прям аж это ведет, ничего себе. Луна, соскучилась? И что это за крышка от корма валяется? Луна! Что это такое? Полбанки корма сожрал? Как ты вообще морду запихала? Я... Докуда морда, походу, залезла? Да, вот докуда она. Главное, как она крышку там вскрыла. Да. Там главное, как вообще ее туда между холодильник... Не любит она, говоришь, белый хлеб? Ну, это может пени. Пени своим лампочкой и конусом вряд ли больше как же. Только я не знаю вообще, что вы мне там предъявляете, это не я. Вкусно пахнет у тебя тут. Чё ешь? Картофельное пюре. И стир-фрай из говядины. Пахнет. Из говядины. Больше у тебя нету? Заранее готовый стир-фрай. И все, у тебя больше нету? Ну, еще можно звонить? Я думаю, может, я тоже хочу. Так вкусно пахнет. Дай попробовать. Я бы тоже поел. Айдахоан, фор чиз, машет потетя. Две порции. Ну, там 4 написано, но это 2. Всего доллар стоит, представляешь? С перекусом мы пойдем на следующий хайк. Он будет подлиннее, пожестче. Надо уги переобуть, что ли. Че у тебя? Давай. Типа такое, ты мне даешь камеру, идешь дальше, я так... В общем, Лера пошла вперед. Я, наверное, останусь тут, подожду ее немножко. Если там останешься, то камеру отдай. Не, ну я тут поснимаю. Я буду снимать, как я тебя жду. Это самое интересное. Догоняем. Мы прошли уже меньше километра. Меня столько не фоткает, сколько ее. Вон там только вообще успевает. 500 кадров оленихи и 2 кадра меня на вершине горы. Так, ну что, сколько у нас получилось на обратную дорогу? 1:20 получилось, да? Мне понравился первый трейл больше. Там виды были, не знаю, интереснее как будто. А здесь мы просто хайк. Здесь мы просто топтали жестко в гору. Мы видели 5 оленей. И одного деда. И одного деда.